сошедшие с небес, как чудо из чудес, такие ноги, ноги даются лишь немногим. Не чувствуя земли, плывут как корабли. Ах, эти ноги, ноги не будут одиноки. Ноги, как будто это, к счастью, две дороги. Держим ваши ноги. Ей для жизни не нужен пистолет, она ни разу не слышала слова «нет». Мудрые мужчины найдут причины понять, разгадать ее секрет. Это дар природы, дар судьбы, то, что людям дано только для ходьбы. Вот они, наши властелины, мы же только их рабы. Ноги продвинуты в столиц, они важнее туловищ и лис. Эй, вы где? Не вижу ваши ноги. К счастью, две дороги. Ноги сами разруливают процесс, кем вам быть, служанкой или принцессой. Ноги важны, ноги нужны, ноги нежны. Ноги, как две дороги, ноги разводятся, как мосты. Эти ноги сами разводят многих, бежать туда, куда влекут мечты. Эти ноги мне снятся по ночам, я во сне приношу их к своим плечам. Нам не важно, чьи вы, кто вы, но ради вас мы на все готовы. Жрецы и острова, самолеты, дворцы и салоны спа, бриллианты, банкеты, известный муж, важные секреты для важных служб. Главная валюта среди валют, вас везде полюбят, везде вас ждут. Если нет, то примите меры, если есть, мы миллионеры. А ноги, два ангела, две недотроги. Ах, девушка, у вас такие ноги. Что дают? Счастью, две дороги. Держим ваши ноги. С помощью чуда, наверное, удалось мы так. Сложились звезды. Чудо-юдо пришло. Ну, видимо. А с ребятами работать очень хорошо, очень весело, понимаете? Легко, всегда смеемся, поддерживаем друг друга. Прекрасный коллектив. Да, вот сейчас поддерживаем, Аню поддерживаем. Она просто падает всегда. Очень. Да, по лестнице идет. Оп, упала. А ребята, оп, рядом. Вставай. Ну, я проектировала, на самом деле, план разрабатываю уже так лет 10, ну, если честно. Просто ребятам об этом не говорила. Зондировала со спутником. А выглядело все как хоп, и я такая появилась. Вы думаете, почему GPS работает? Это она работает. Я очень тщательно продумала шаг за шагом. У нас чипы у Рыжова, у меня. Она, да. Они просто об этом, я им недавно призналась, на самом деле. Долбила. В нужный момент она нажала кнопочку. Да. И Рыжов такой. Подсознание, что ли? Ой, хохловый, куда звоним, давай, хохловый. О чем они все говорят? Он до сих пор не знает. Почти год назад, чуть уже больше, в сентябре вышел эфир в X-Factor'е с моим участием. Он, конечно же, просочился в интернет. И... произвел фурор. Ну, не знаю. Вот. И... ну, скажи, что фурор. Да подожди. Благодаря Сергею Пархоменко, который сидел там в жюри, ребята не знакомы. Вот он позвонил товарищу своему Алексею.
Все рыжевого. Слушай, поешь ты лучше, чем рассказываешь. Я вообще говорить не умею, говори ты. Да, лучше я за нее расскажу. Вот. Во-первых, что касается 22 лет и того, что мы первый раз в нашем коллективе девушка, на самом деле это не совсем так. 22 года, уже, наверное, 23, мы отсчитываем с того момента, как мы под именем «Дискотека Авария» начали вести радиопрограмму на радио Иваново. Мы, конечно, тогда сочиняли песни, но они такие были для нашего внутреннего пользования. Вот. Но тут следует отметить, что первая наша успешная песня, то есть, ну, которую мы тоже так от балды сделали, это была песня «Малинки». Она была записана в 95 году, и вот как раз в ней пела девушка, специально приглашенная. И вообще у нас тогда рэп читал Олег Жуков, а девушка пела припевы. И две или три песни мы в таком формате записали, а вот уже после этого стали, вот уже подключился потом Коля, подключился Алексей, и наш коллектив стал мужским вот тогда. Но все равно время от времени мы записывали дуэты с дамами, такими как Жанна Фриске, Кристина Арбакайте. Также у нас попевали песни группы «Блестящие». Попевали. Вот. Еще кто-то попевал. Арам Замзам у нас девочка поет, талантливая. Так что... Из города Самара. Из города Самара. Так что теперь просто мы, так сказать, перешли на легальное положение. Вот, в плане девушки. И этой девушкой стала Анечка Хохлова. У меня дело в том, что бабушка здесь живет. Каждое лето в детстве мы почти каждое приезжали с сестрой сюда проводить свои летние каникулы. У меня мама вообще из Украины. Вот так, по воле судьбы, пришлось переехать в Россию. И там, естественно, мы окрепли. Там жили, росли, а у бабушки ездили. И вот в очередной раз я решила навестить бабушку. Приехала. А тут как раз еще была моя мама тоже к бабушке приезжала, и сестры у меня, это двоюродные, говорят, у нас X-Factor, отборочный тур, иди. Думаю, ну, раз так сложилось, видимо, не зря именно в этот момент приехала и пошла попробовать. Ну, как-то вот так завязалось все случайно, так и пошло. Просто я люблю этот город, он со мной с детства. Мне как родной, что нравится. Мне нравится здесь летом очень. У нас такое хорошее, теплое лето, парки, где можно гулять очень много. Золотое кольцо. Лифты там хорошие такие. Это что такое? Это торговый центр, один из первых построился здесь, в Донецке. Он такой прикольный. Аэропорт, ты на лифте ездил, да? Новый, я его еще не изучила совершенно. А тогда он уже был вообще нонсенс. Все ходили, смотрели, как он был большой. А стадион какой красивый. Это после, понимаешь? А луча какая тут? Вкусная. А еще абрикосы, да, по ним ходят. Вот это вот меня поражало. А как у тебя на даче там футбольное поле? А ротан какой ловится? Появилась одна категория в нашем райдере. Это ширма. Потому что Аня нас выгоняет постоянно из гримерки. Мы там стоим, когда она там помажется. Да, она нам запрещает ругаться в гримерке. Да, и матом нам нельзя теперь такое, ругаться. Да, да, и проливать на себя соевый соус. Да. Ну что ж, я не построила. Ну она же девочка, а что мы тут? А мы... Случается, что-то пошло не так. Мы задаемся вопросом, кто виноват. И думаем, что кто-то там мешает сбыться нашим мечтам. Каждый может все изменить, себе исполнить любой каприз. Это качели вверх-вниз, раскачивай жизнь. Смирусь.
нас очень замечательные фанаты, которые потом стали, ну, просто нашими добрыми друзьями, mm-hmm. родили себе детей, которые тоже приобщились к нашему творчеству. Только те, которые слушали нас 20 лет назад, они по большей части и живут тем временем и знают наши старые песни, а дети, молодежь знают наши новые песни. И очень часто на концертах бывает, особенно когда и та, и другая, ну, публика все там с детьми приходит, например, да, одни подпевают одни песни, дети на них смотрят, а что это за песни такие. Потом другую песню поем, начинают дети подпевать, на них мамы смотрят, а что это за песня такая. Вот. Так все интересно, действительно репертуар у нас меняется, мы переформатируемся, подстраиваемся по Даню, ну, мы бодры. Все основные хиты, как основополагающие, это фундаментальные, они все присутствуют у нас в репертуаре всегда. Ну да, нам тяжело перед концертом, мы не знаем, нам же надо набрать программу там из 10-12 песен, то есть это значит 20-30 песен надо не взять программу. Поэтому часто бывает, что, ну, потом кто-нибудь подходит после концерта, вот, а я там ждал там песню «Пей-пью» или там «Отцы». От 4, даже от 3, и моя дочка 3 года, она поет все песни новые. Вообще просто. Ну, я не знаю, она, ей просто нравится. Не, она вообще поет много песен, в том числе и там поет куклу, поет качели. Качели она, то есть она все знает. Я не знаю. И много детей мы знаем. Много-много. И потом наше мнение очень достаточно субъективное. Вот. Если нас играют на радио, если люди смотрят видео, там, если ставят каналы, естественно, значит, мы популярны. Вот, ну, не знаю. Если ходят на концерты, это самое главное. Подарков очень много, ну, я не знаю, и торты нам пекли, шоколадные и хлеб фигурки там. И сами делали. И что еще? Да много чего. Картины рисовали. Угу. Причем такие очень прикольные. Да, сделали фотоколлаж красивый очень. А мне вот сейчас сегодня один поклонник хотел подарок сделать. Он мне неделю пишет ВКонтакте, хочешь, я тебе звездочку поставлю? Хочешь, я тебе звездочку поставлю? Я говорю, отстань, ну поставь. Он такой, пришли мне свой логин и пароль. Я его заблокировал. Интересно. Меня тоже задолбал. Да? Я просто не отвечаю. Ну, я тоже не отвечал ему 2 недели. Ответил, ну давай поставь. Знаете, у нас нет такого, что вот мы хотим, я не знаю, выступить там Madison Square Garden там где-нибудь. А? Что значит не хотим? Хотим. А мы выступали где-то в Нью-Джерси, где-то там тоже похоже какое-то. Да не, мы вообще за любой кипиш, как Алеша Рыжов умеет. Да. Вообще, мы в любом месте, в любом. Вы только приглашайте, мы всегда готовы. Ну, последняя авария, у меня месяц назад украли машину, гады. Нашли? Да, нашли, наверное. Кто-то нашел, наверное, кто заказывал. Нет, это было в Новосибирске. Мы прилетели в Новосибирск и ехали в Павлодар. У нас там был концерт на стадионе. И вот та дорога, которая шла к Павлодару, это было жарище, там градусов 46 было, что ли. О, боже. Вот. И КамАЗы просто переворачивались от того, что была вот эта толпа этих саранчи. Она прям закрывала всю дорогу прямо. То есть надо было закрываться. Вот. Вообще такой, я такого не видел, как будто, знаете, как планета. Девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в твиттере, на двойном бифитере. Неправильные уравнения, глаголы, все неправильно. Неправильные письма ему отправила. Зачем так не кстати о себе напомнила? Все неправильно, все не вовремя. Мало умело осталось в детстве. Как теперь причесаться, как теперь одеться или раздеться? Нет, раздеться вот так вот сразу, вдруг потом не поймет отказа. А если без отказа все и сразу, пусть что будет на волне экстаза. Какого экстаза? Влипнешь, глупая, что скажешь матери? Был бы отец, проехали, хватит. А друзья, он их сколько зовет дружбанить. Всех залочить, всех забанить. Всех в игнор, всех на жесткий лимите. Друзья реальные, друзья прости. И кто любовь эту выбрала? Пока ты мать, ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра горе или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Что на следует нам длинные мысли?
А вдруг завтра горе или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Отравленные мысли, неотравленные письма. Дом, полков, проспект, внизу Макдональдс. До него реальная невесомость. Секунды три, и ты уже внутри. Что еще? Автобус, поезд. Давить на совесть, давить на жалость. Что осталось? Все смешалось. Сперва сложилось, потом сломалось. Такая малость, с ним встретить старость. Этот ночной полет, этот прекрасный вид, может быть, заслужит его ретвит. Впереди с автопилота в ручной режим. Вот если прилетел бы на помощь джин. Пальцы складывают буквы. Ты просто кукла, ты только кукла. Твой месседж этим утром самый первый, самый ранний. Береги своих желаний. И кто любовь эту выдумал? Ты узнаешь о ней, пока ты мал. Зачем она так нужна? А вдруг завтра будешь опять одна? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Словно стрелы отравленные мысли, твои неотравленные письма. И кто ее подумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна? А вдруг завтра горе или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Словно стрелы отравленные.